Кремле состоялся прием в честь выпускников военных академий, устроенный Министерством обороны СССР и Главным политуправлением Советской армии и военно-морского флота. В Большом Кремлевском дворце собрались генералы, адмиралы и офицеры вооруженных сил СССР, армии братских социалистических стран, завершившие учебу в советских высших военно-учебных заведениях, профессора и преподаватели, подготовившие идейно закаленные, высококвалифицированные кадры для армии и флота. На приеме выступил тепло встреченный присутствующими министр обороны СССР, маршал Советского Союза Соколов. Разрешите сердечно поздравить вас, товарищи выпускники, ваших учителей и воспитателей с этим знаменательным событием. Министр огласил приветствие Центрального комитета КПСС, Президиума Верховного Совета и Совета министров СССР. Далее в своем выступлении министр обороны подчеркнул. Товарищи, вы придете в части и на корабли в разгар летней боевой учебы. Личный состав армии и флота трудится сейчас под девизом 27-му съезду партии «Достойную встречу». Главное внимание воинов сосредоточено на выполнении требований партии о дальнейшем повышении боевой готовности. Вы обязаны немедленно включиться в решение этой важнейшей партийной и государственной задачи. Работа каждого из вас будет оцениваться по достигнутым результатам. Большую помощь в вашей предстоящей деятельности окажут богатые знания, полученные в академиях. Сегодня перед вами основная задача – совершенствовать практические навыки по управлению подразделениями частями, обучению и воспитанию подчиненных. Военное дело развивается как никогда интенсивно. Стремительно растет техническая оснащенность войск, появляются принципиально новые средства вооруженной борьбы, совершенствуются способы боевых действий. В зоне своей речи товарищ Соколов сказал: «Позвольте в этот знаменательный день еще раз заверить Центральный комитет нашей партии и советское правительство в том, что офицеры и выпускники академий явятся примером беззаветного исполнения патриотического и интернационального долга, что вы сделаете все от вас зависящее для повышения боевой мощи и боевой готовности наших славных вооруженных сил, укрепление обороноспособности социалистического отечества». На приеме выступили выпускники военных академий. Майор Коновалов, капитан венгерской народной армии Варга, начальник кафедры, профессор, генерал-майор Малюгин. Прием в честь офицеров, окончивших учебу в военных академиях, прошел в теплой, сердечной обстановке. С того памятного дня 2 августа 1930 года, когда на учениях под Воронежем был выброшен первый тактический десант, началась боевая летопись воздушно-десантных войск. Десантники — это слово произносит со значением, вкладывая в него особую качественную окраску — десантники. Воинам отличного десантного взвода, которым командует старший лейтенант Андрей Журавлев, свойственна добротность в выполнении любой работы. Сделать стенгазету – полдела, но наполнить ее смыслом, вложить дух товарищеской критики, умного советчика – это творчество. Не скоро еще ляжет спать командир. Коммунисты роты избрали его своим парторгом. Прибавилось обязанности, повысилась ответственность. «Теперь, — говорит Журавлев, — вся моя работа на виду. К тому же юбилейный год воздушно-десантных войск. Как найти слова, которые скажу завтра подчиненным на политзанятиях?» Слова нашлись. Он повел разговор о профессии десантника, о ее фундаменте, воинской дисциплине, категории политической, нравственной. Приводил в пример известные случаи с десантниками, которые выполняют сегодня свой патриотический и интернациональный долг,
находясь в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане. Чтобы поддерживать высокую боеготовность, воины-десантники постоянно и упорно тренируются, вырабатывая в себе способность сохранять в сложной обстановке присутствие духа, не теряться. К молодым воинам старший лейтенант Журавлев особенно внимателен. Новичкам кажется, упражнения на тренажере простые и легко запомнятся. Но он, командир, знает, что от неточного выполнения приема зависит жизнь десантника, а порой и выполнение намеченного задания. Многое должен знать и уметь десантник. Тщательная подготовка боевой техники – залог успеха в бою. Ведь этой машине лететь с большой высоты в одиночку. Воины должны ее встретить безотказной, готовой к немедленным боевым действиям. Здесь нет места мелочам. Учения начались. Русский Толя Тарасов, казах Асан Жартыкеев, узбек Батыр Исмаилов, латыш Марис Боднекс. О чем они думают? О далеком доме или о точке приземления? Скорость 300, высота 800, курс 135, 41, 42, 43, 43. Хорошо запомнили они слова командира. 46, гвардейцы, будьте внимательны при отделении от самолета. Помните о боевой взаимовыручке в воздухе и на земле. Редчайший случай – схождение в воздухе. Теперь они могут рассчитывать только друг на друга. Мастерство и осмысленные действия помогли десантникам с честью пройти сквозь трудные испытания. «Я верил, гвардейцы, – говорил про себя командир Журавлев, – вы придете успешно к земле. Молодцы! Теперь в бой! Стрелять, метать, преодолевать. Делай, как я. Воздушный десант свою задачу выполнил отлично. Закончились учения. К воинам пришел их бывший однополчанин Михаил Павлович Васильев, ветеран Великой Отечественной войны, участник парада Победы 45 года. Он был свидетелем отважных действий десантного взвода на учениях, наблюдал схождение парашютов в воздухе. «Что ж, — сказал он, — такое в годы войны у нас случалось. Редко, но было. Здесь главное — мастерство, самообладание, взаимовыручка». В год своего 55-летнего юбилея десантники трудятся под девизом 27-му съезду КПСС «Достойную встречу».